Проблемы судоходства в Ненецком округе обсудили на круглом столе. Судовладельцев и представителей государственных ведомственных служб собрал уполномоченный по правам предпринимателей в Ненецком округе по поручению главы региона Игоря Кошина. За навигацию 2015 года Архангельской транспортной прокуратурой совместно с подразделениями ГИМС по Ненецкому округу проводились проверки, связанные с безопасностью осуществления пассажирских перевозок, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. Чаще всего это административные правонарушения. Всего к административной ответственности привлечено 3 лица. Кроме того, поступила одна жалоба от граждан, права которых были нарушены в ходе осуществления данного вида деятельности. По результатам рассмотрения жалобы в адрес перевозчика внесено представление. В настоящее время представление рассмотрено, нарушения закона устранены. Но зачастую эти нарушения не только в сфере перевозок пассажиров. Есть вопросы по регистрации судов, перевозке грузов по паромным переправам. Этот обширный круг вопросов и обсудили на встрече. Как устранять, в принципе, понятно. То есть здесь надо строить новые суда просто. То есть выход понятия. Но вот как в данный момент быстро все это решить, вот сейчас это будем обсуждать. Встречу неспроста решили провести в межнавигационный период. Тут и все недочеты за прошедшую навигацию можно учесть и обсудить те проблемы, которые возникают при осуществлении судоходства. Задача ставится такая – обсудить те проблемы, те недоработки, которые имеются по итогам 2015 года по навигации у судовладельцев, учитывая, что практически все контролирующие органы расположены вне Ненецкого округа, то есть это Печора, это город Архангельск и так далее. У них есть проблемы определенные с коммуникациями. По итогам совещания организаторы сформируют единую сводную информацию о проблемах судоходства в Ненецком округе и соседних регионах. Учтут и пожелания судовладельцев, чтобы в навигации 2016 года удалось избежать большого числа нарушений. Алина Вуйчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».